Друзья, всем привет! Ну, нормально видно, если я есть буду когда. Морг, ешь. Друзья, всем привет, короче. Настраивать с этой камеры, это вообще... Короче, будем сегодня есть бич-пакеты, короче, заварил. Тут сырный соус, укроп, два яйца. Ну, здесь огурцы, помидоры, лучок и колбаса. Тут молочко. А здесь соус острый. И у меня еще хлеб где-то. Короче, что вы думаете? Сейчас я пошуршу. Если что, про звук я вам сразу сейчас скажу, что звук пока что такой, потому что нужно будет там кое-что для этой камеры купить. Я, короче, новую видеокамеру взял. Стал я тогда, короче, записывать на нее. Ну, для вас видео. Только вы его не видели, потому что я его не записал. И мне, короче, вылезла, типа, флешка слабая, нужна флешка. Ну, то есть, вот, флешку я сейчас купил, вот сейчас для вас записываю. Как говорится, зарплату получил, купил флешку. Купил, короче, камеру. GoPro. Но это не последняя, я 10-ю взял, есть еще 11-я. Давайте, всем приятного аппетита. Только после работы, туда-сюда. Но я сейчас надеюсь, мне места хватит. Я, короче, взял на 128, скорость там 130. Стоит она почти 3 косаря. А на 512 стоит... 256 я взял, да? Да, на 256 взял. А на 512 стоит вообще 5 с лишним косарей. Короче, я ее не стал брать, потому что совсем это... Потом как-нибудь. Мне хватит, я думаю, этого. Я вот сейчас не знаю, первый раз записываю. Ору, наверное, там, наверное, громко будет. Ну, посмотрю первый раз же. Яичко. Короче... Этот модуль на GoPro стоит 8 косарей или 6. Потом придется его все равно мне взять. Ну раз я камеру взял, она знаете сколько стоит? Посмотрите. Зайдите. 38 косарей она стоит. Короче, там все эти прибамбасы, если купить, как две камеры будут. Я первый раз стал записывать. Света на кухне просто что-то чуть-чуть ворошится там, а я в другой комнате вообще. И там просто все слышно. Меня вот так нормально видно? Голову? Сегодня еще на работе задержались. Так что я не знаю. Звук посмотрю. Надо, наверное, будет через программу как-то его сделать, чтобы он... Ну, не знаю, послушаю, что там будет. Короче, первое видео пробное. Так что пока что не говорите, что там фигня какая-то или что-то. Сегодня на работу брал с собой 6 печенек и кофе. Где-то в 10 или в 11 я ходил, вчера попил кофе точнее.
Помидорка. Поближе сейчас сделаю, чтобы мне посмотреть, что там за качество запишется. Сделал качество 4К. Ну, попробовать. Я навряд ли в нем буду записывать. Потому что видео будет выкладываться долго. Ну, посмотрим. Там еще выше качество есть. Пока что я на этом записываю. На 4К. О, лук жесткий вообще. Сегодня потеплело на улице. Снег целый день шел. Что-то сейчас шел, не заметил, кончился вроде. Ну или может идет еще. Фиг его знает. Сейчас все записывается, все нормально. А со старой флешкой она вообще не записывала. Она даже не включала ее. Запись. Ну типа садится быстро она, говорят все. Ну, я не знаю. Может, для такого это и не быстро. Ну, на 3 часа в 4К, по-моему, там хватает записи. Я ее для дома взял, так что... Мне ее хватит, я 3 часа есть не буду. Да, Свет? Свет сейчас молчит. Мне сейчас слышно, потому что вообще жестко будет. Там-то я вообще не слышно было. Прислушивался на бал. Сразу видно, голодный, да? Микрофон, короче, сюда не канает. Нужно этот модуль. А потом уже микрофон подойдет. Так что, друзья, давайте такое видео сейчас коротенькое будет. На, потому что еще там сейчас кое-что поразбираться, да что дела поделать по дому. Так что, всем спасибо, кто меня смотрел. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо за просмотр, друзья. И всем пока.